Расширен круг лиц, освобожденных от уплаты госпошлины при регистрации недвижимости. По информации Росреестра Татарстана, в список попали наследники лиц, погибших в связи с выполнением государственных или общественных обязанностей, либо с выполнением долга гражданина России по спасению человеческой жизни, охране госсобственности и правопорядка. От уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий при выдаче свидетельства о праве на наследство освободили и родственников погибших от обстрелов со стороны Украины и в результате терактов. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс России вступили в силу еще в апреле. Освобождение от уплаты госпошлины при регистрации права собственности, в том числе распространяется на семьи погибших, на СВО военнослужащих и защиту их имущественных прав. Нововведение направлено на оказание дополнительной социальной поддержки данным семьям, снижение финансовой нагрузки при наследовании недвижимого имущества. В Росреестре Татарстана также напомнили, что для лиц, подлежащих мобилизации, а также членов их семей, срок оформления объектов недвижимости – включая жилые дома, квартиры, земельные участки и другую недвижимость, составляет не более одного рабочего дня.